Иногда желания понятны без слов. Азия ролл с креветками. Сочные креветки, яркий вкус нори и пикантный азиатский соус. Новый Азия ролл с креветками и целое Азия меню в ресторанах Ростикс. Новая неделя, новая игра и новая локация. Город Арзамас, здание заброшенной школы. И сегодня Егор Крид будет искать актера Алексея Кривеню, тиктокера Лёшу Янгера, контент-мейкера Амину Тендерлибае, фуд-блогера Суперстаса, рэпера Марата Сквозь Баб и видеоблогера Даника. Участники готовились к игре несколько дней, но они еще не знают, что сегодня у Егора для них есть особый сюрприз. Раз, два, дыхание затаи. Три, четыре, попробуй обмани. Пять, шесть, Крид уже здесь. Я их найду. Ну что, друзья, всем привет! Привет всем зрителям! Я скучал. Добро пожаловать в Арзамас. Вы здесь были 3 дня назад, искали себе самое идеальное место для прятки, а я сюда приехал впервые. Скажите, как там внутри? Прекрасно, тепло. Я думаю, мне сегодня понравится. Перед тем, как сегодня начну, я хочу вам напомнить правила. Все прятки должны быть строго внутри здания. У меня обязательно должен быть доступ к месту, где вы спрятались. Прятаться в местах за красно-белой лентой нельзя. Это не игровая зона. Покидать место прятки во время игры нельзя. У вас есть полчаса, чтобы спрятаться. У меня будет ровно час на поиски. Ну и, конечно, тот, кого я не найду, получит 250 тысяч рублей. Но есть одно но. Сегодня я хочу изменить правила. Не 250, а 100 тысяч. Сегодня у вас есть возможность выиграть не 250 тысяч рублей, а в 2 раза больше. 500 000 рублей. Для этого вам нужно отказаться от реквизита, который вы приготовили, и найти полностью новое место за 30 минут. Сколько ты сказал денежек? 500 000 рублей, если вы отказываетесь от своего места прятки, от реквизита и ищете новое за 30 минут. Давай я за 500 000 просто откажусь от участия. Я за 1 000 000 могу сказать, где я буду прятаться. Кто-нибудь пойдет на такое сегодня или нет? У меня сейчас небольшие проблемы со здоровьем. Так бы я согласился, но мое место позволяет мне... Чувствовать себя прекрасно. Чувствовать себя, да, хорошо, так что я откажусь. Я не откажусь от своего места, потому что что-то интересное я придумал в этот раз. Хорошо. Я хочу согласиться, но я тоже подготовился. Чего я зря ездил сюда? Не, я пас. Я не вывезу это. Короче, я... Янгер, не поддавайся! С условием того, что ты не подготовился заранее, это, ну... Это вот шанс супер маленький. Очень, что... Мы очень обходили маленький. Локации, реально супер маленький шанс. Зато получить представь, эти бабки. Все будут болеть за тебя, говорить, какой ты красавчик, ты рискнул. Смотрите, я 2 раза участвовал в 2 выпусках. В 2 выпусках. Победил. 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 В этот раз у меня есть место прятки, но я думаю, что ты, наученный опытом, быстро можешь меня в нем найти. И я думаю, на самом деле, рискнуть. Да ладно. Найдешь, не найдешь, я бы... Сильно. Короче, давай, я тоже рискую. Давай. Серьезно? Да, давай. Пофиг, живем один раз. Спасибо вам, ребята, за смелость. Я записал в свой блокнотик 2 имени, которые уже точно проиграли. Хватит стоять на месте. Идите. Побежали! Янгер, я вообще в шоке, что ты решился на это. Да я сам пока не понимаю. Проиграть все это, конечно, весело, но можно выиграть в 2 раза больше.
Ох, ребята, не знаю, во что я впутался. Зря ли я на это согласился. Если честно, сердце колотится прям по-настоящему. Все, ребят, всем удачи. Марат, ты куда? У нас нет реквизита. Пойдем. Так. Ну что, здравствуйте, ребята. Вот мы и на месте. Я настрою этаж, ты куда? Так, я тоже. Так, погнали, бро. Времени реально мало, но нам надо найти местечко. Вот это начинается игра настоящая. Ёлки-палки. Так, подходим к машинке, забираем реквизит. Вот оно мое. Ребята, вы даже себе не представляете, что я придумал. Так, я пошел прятаться. Пойдемте быстрее. Время у нас ограничено. Он никогда в жизни меня не найдет. Так, я подготовился. Будем бежать к моему местечку. Правда, я немножко забыла, где оно. На втором или на первом? Где мое место? Я упала, я не помню, где мое место, чуваки. У меня всего лишь полчаса. Мне еще нужно найти. Куда? Я заныкалась. Кошмар. Я сейчас найду. По запаху. По запаху победы. О, моя родимая. У нас есть комната. У нас есть фейковая стена. То есть это просто вот фейковая стена вдоль другой стены. А я залезу за стенку и буду там сидеть. Но мы здесь развешиваем паутину, закроем проход, а залезем с другой стороны. Залажу я отсюда. Там все полое. Загляните, пацаны, давайте, загляните, вот. И у меня уже подготовлены веревочки. Я буду за них тянуть и крепко держать доску. Крит как подберется, как он полезет? Алло. Никак. Доступ у него только с той стороны. Но он туда не полезет, потому что там будет паутина. В общем, что я делаю? Сейчас вы все увидите и навряд ли даже догадаетесь, что я хочу. Смотрите. Короче, моя придумка гениальна. Но очень тяжело воплотима. Так, все, яма готова. Я, значит, сажусь, помещаюсь, спускаюсь и закапываюсь. Смотрите, если такая схема будет, я залезу внутрь отсюда и пролезу туда до конца. Прятаться я буду в этом отсеке. Я его сверху могу закрыть, но залазить я туда буду с этой двери. И изнутри у нее есть защелка. Защелку я могу закрыть. То есть ведущий туда не может попасть. Но чисто по правилам он может открыть эту створку, он может сюда пролезть. А чтобы отвлечь его внимание, чтобы он сразу не увидел, что это шкатулка какая-то, мы ее заложим сверху всяким мусором. Вот здесь на столе его достаточно. Let's go. Надо какой-то творческий беспорядок создать. Так, нужно что-то супер тяжелое. Вот такие вещи мы уважаем. Все, даже мысли не возникнет у него, что ее можно открыть. Я гений. Ну вот, ребят, вот мое место. Но это же супер топ. Это супер топ. Везде в классах здесь поддоны вот такие, возле доски. Смотрите, ребят, видите? Здесь подиум. Очень похож. Смотрите, вот здесь есть подиум. Я просто по логике вещей думаю, он же не будет проверять каждый подиум. А наш подиум особо не отличается от других. Чтобы вы понимали, когда я приходил сюда 2 дня назад, чтобы искать локацию для пряток, здесь ничего не было. Этот подиум полностью заново построен. Единственное, я смущаюсь, что здесь немножко другой узор. Ну, слушайте, постарело. Испортилось, заменили. Вообще, мне кажется, он не должен найти это самое крутое место в прятках. Блин, здесь, да, легкое чувство, что меня могут найти. Да, на кону 500 000 рублей. Или еще есть какие-то места тут. Хотя я тут уже все просто. Ну давай глянем быстро сейчас. Прям 2 минуты. О, бро, классное место у тебя. Поделишься реквизитом? Ложись со мной. Ложись со мной. Я лег бы с тобой. Мне нельзя же в другую прятку с тобой. А, точно. Да. Погоди.
Ты же не используешь реквизит, использую я. А, реально? Чувак, это круто. Ну смотри, он читал правила. Там не было такого. Не было такого, что мы не можем спрятаться вместе. Слушайте, это будет капец, это будет просто... Ну это если я сейчас залезу. Блин, бро, я наверное... Да ты, чувак, ты должен залезть. Ну ты влез, бро. А ты где? А я вот так лягу. Сейчас. Это топ. Чуваки, мы придумали реально супер крутую развязку. Самый главный момент, даже если он меня найдет, он туда не залезет. Да, надо ножку это нибудь спрятать главное. И вообще да. Кайф, тогда кайф. Я так нервничаю. А вот я нашла, господи. Я прошла почти весь этаж, и вот мы уже подходим к моей прятке, и то, что я придумала, скорее всего, вас безумно удивит, потому что я даже сама не могу понять, как я до этого додумалась. Очередной класс у нас. Ничего необычного. Но что-то необычное здесь все-таки есть. Есть вариант. Так. Ощущение, что, ну, ничего не поменялось. Но на самом деле, если ее перевесить куда-то, например, между этими окнами, но как будто это, знаете, не совсем логично. С каких пор у нас доска сбоку? Но если повернуть все парты к доске, то это будет очень жестко. Мы перевернули всю эту комнату на 90 градусов. Именно за доской, за моей спиной, я буду прятаться. А паукам нелегко, ребята, я вам так скажу. Все в мыслях казалось легко. А по факту же надо сделать, чтобы это было не бутафорски, а реально паутина. Когда это светишь светом, видно, что это цепляли, что это не пауки делали, а человек. О-о-о-о, походу, почти вышло. Сейчас где-то надо подправить. О, реально не докопаться. На эту паутину ушло почти все время. Надо срочно прятаться. Так, у нас осталось 5 минут. Мне пора, друзья. Главное, чтобы эта дверь закрылась. Если она не закроется, то все это вообще зря. Момент истины. Он что, не закрывается? Есть. Фух. У меня вообще нет времени, надо спешить. Залазить, главное залезть. О. И оп. Все. У меня есть нитки, которыми я привяжу свою картину. То есть, смотрите, я сейчас беру нитку, притягиваю и вот так вот завязываю. Оп. И чтобы она держалась. Чтобы мне нужно будет найти, ему надо будет или оторвать эту картину, или обойти с той стороны. А с той стороны паутину. Она точно сломается? Чувак, уже поздно об этом думать. Ну я уже писать хочу, это нормально? Так, ну чё? Камень какой-то там в спине. Ну, в принципе, все. Готово. Так, мы берем камеру вот сюда. Так. Я готов. Короче, 100% он меня не найдет. Ну, кто догадается, что в двух покрышках может сидеть целый человек? Ну что, друзья, передо мной снова огромное заброшенное здание. Сегодня у нас заброшенная школа. И последний звонок здесь прозвенел примерно 20 лет назад.
Сегодня особенный выпуск. На кону сегодня больше денег. На кону сегодня найти всех. Мы этого не делали еще ни разу. Я думаю, сегодня у нас получится. Ну что, я запускаю таймер. Час пошел. Пожелайте нам всем удачи. Мы погнали. Опа. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы понять, где мой фонарь. Интересно, у Грида будет фонарик? Или он зубами будет помещение освещать? Я бы хотел себе такие зубы. А, супер. Да, мне нужен свет. Я, если честно, жестко начала бояться. Надеюсь, что он начнет с какого-то другого конца. Замутил я сегодня аферу, конечно, на миллиард баксов. У меня не до конца закрыта дверь. Ее никак изнутри нормально не закрыть. Если он ее увидит, то все, мне хана. Я вот так отключаю пока экранчик, чтобы на всякий случай не светить в лишний раз. Но, по сути, если он посмотрит в щель, тут неплотно стоит. Тут он меня увидит сразу. Вот так я стою, вот тут уже все с этой стороны. Я опираюсь, но немножко здесь, конечно, клаустрофобу было сложно. Хорошо, что я не клаустрофоб, но немножко я боюсь. Что это было? Это мой живот. Вот давай без таких приколов. Давай. Ты, кстати, реально пукнул, по-моему. Я? Да. Нет. Честно? Нет, честно говорю. Я скажу эту фразу, и мы начнем. Я иду искать! Все, там уже пошел движ. Прекрасно делать. Посмотрим, как они выполнили домашнее задание. Лаборантское выглядит у нас вот. Прям реально здесь много-много лет не ступала нога человека. Я не знаю, я такой детектив, я уже прокачал свои скиллы, мне хочется уже сразу включать логику. Амина очень маленькая. У нее очень маленький рост, который позволяет ей спрятаться примерно где угодно. Егор, ведущий опытный, может начать действовать нестандартно. По факту он-то учится, то у него прокачивается этот навык, он ищет еще лучше. Йоу. Так мы всегда начали в самом начале. Потом начинаем бегать в последнюю минуту. Я нахожу сегодня всех и забираю их деньги. А, тут кто-нибудь есть, лежит? Нет. Я просто проверю все. Блин, у меня реально есть ощущение, что кто-то мог спрятаться внутри тачки. Никого. Не влезу. Ну да, это было бы, наверное, слишком просто. Так, здесь ничего нет, в колесе нет. Еще. Янгер и сквозь баб. Наши два замечательных героя. Они вообще искали свою локацию за 30 минут. Они поменяли свое место и как бы пошли нам навстречу. Поэтому у них не так было много времени для того, чтобы подготовиться. То есть место должно быть не то, что на виду, но проще, легче. Типа просто в шкафчике спрятаться. Можно пока не беспокоиться. Сильно. Но сильно тоже не вытрепываться. Я думаю, после первой серии Егор теперь проверяет все пространства. Пусто. Ничего себе, тут столько потайных всяких штук. Реально, которых не замечаешь, они покрашены в цвет. Надо везде все проверять. Так, ладно. Блин, а может быть такое, что кто-нибудь заодно из... Понял, вот доску открываешь, здесь какая-нибудь вырезанная штука, и там кто-нибудь лежит.
какая-нибудь Амина. Давай за каждой доской посмотрим школьный. Тут нифига нет. Но объективно я считаю свое место реально крутым. Но если он подойдет к доске и поднимет ее, то я, конечно, расстроюсь. И мои нервишки жестко так обалдеют, шокируются, я вам так скажу. Мне не нравится, что здесь очень много каких-то закутков, понял? А вот я нашла, господи! Тут как-то прям... Смотри, выпуск техников-электриков. Я слышу Егора. Я слышу Егора, он идет сюда. Хо-хо-хо-хо-хо! Сколько шкафчиков. Ну это слишком просто, не? Но никто не мог просто в шкафчике спрятаться. Просто. У нас слишком замудренные ребята. Это не может быть. Просто в шкафчике нереально. Я никогда не видела, чтобы доска стояла посередине окон. Как будто это странно. Но я думаю, что он вообще этого уже не помнит, где там окна, и вот даже не додумается. Такая указка. Найди всех. Патронус. Я ж испуг... Нет! Я первая! Я испугался. Реально? Да. Я первая! Моя теория сработала. Нашел кого-то. Аккуратно. Мне было так страшно. Блин, как тебе удобно? Ты вообще было неудобно. Было страшно? Очень было страшно. Там какие-то крики. Он либо обрадовался, что кого-то нашел, либо расстраивается, что опять никого не нашел. Я так испугался этот. Ты молодец. Классная локация. Мы пошли искать дальше. Давай. Спасибо тебе. Дядь, это ум, это мозг, там есть что-то, мама, я тебе говорю. Десять минут, братан. 10 минут, а Егор нашел кого-то, это 6. Так, я вошел во вкус, я вошел в азарт. Сегодня участники прячутся от Егора Крида в заброшенной школе города Арзамас. И чтобы обхитрить ведущего, они готовились несколько дней. Вот так я, в общем, сижу. Вот так вот у меня, кажется, румтурчик. А вот там впереди все вот так вот. Вот такое вот местечко. Ну, кто догадается, что в двух покрышках может сидеть целый человек? Но Егор смог нарушить планы сразу двух игроков. Марат сквозь баб и Леша Янгер согласились отказаться от подготовленных мест и найти новые всего за 30 минут до игры ради шанса выиграть приз в 500 000 рублей. Но никакого слова не было, что я могу прятаться в чужой прятке. У Даника отстроен целый подиум, и мы с Даником такие договорились, что он лежит первый, то есть если Егор его находит, Даник вылазит, меня не сдает. Марат тоже согласился на эту авантюру в 500 000. Да он, короче, залез в какой-то стол. Однако ни Марата, ни Лешу Егор пока не нашел. Зато уже нашел Амину. Нет! Я первая! 10 минут, а Егор нашел кого-то, это 6. Впервые в истории шоу участник найден на 10-й минуте игры. Егор, ведущий опытный, может начать действовать нестандартно. По факту он-то учится, у него прокачивается этот навык, он ищет еще лучше. А значит, у Егора есть еще 50 минут, чтобы найти 5 оставшихся жертв. Знаете, что, о чем я сейчас задумался? Кто-то мечтает встретиться с Егором Кридом, а мы мечтаем, чтобы он нас не нашел. Видите, как все по-разному. У всех разные мечты. Я думаю, наверное. Скорее всего, он идет первым пацанов. Потому что все равно мы-то приехали, там подготовились, да, все равно какой-то реквизит, как-то спрятались, что-то продумывали.
Давай все обойдем внизу. Здесь мы были. Он никогда в жизни меня не найдет. Просто куча пыльных старых карт. Ой, карт? Почему я карты это назвал? Парт. Перепутываю буквы. Поверьте, на заброшках погуляете, вы не только буквы будете перепутывать. За партами ничего нет. Прикинь, в песке кто-нибудь. Или вот под этой кучей. Ну, как будто ничего нет. Как будто никого нет. Знаешь, что мне сейчас в голову пришло? Выглядят сомнительно вот эти колеса, которые стоят под человеческий рост. Хочу сделать ощущение, что в этих покрышках кто-то есть. Для этого сейчас сложу все покрышки. Он подумает, а внизу человек сидит, а там тюнь, кукиш. Если там кто-нибудь есть, мы можем тебя свалить с ноги. Стас, ну вылезай. Ладно. Ну давай. Я понял. Ладно. Ну, хорошая комнатка была. Пойдем наверх. Что делать? Идем на второй этаж. Все, тишина. Ну, они ушли. Я вот туда взгляд кидаю. Как здесь слишком все заставлено, и вот там есть какие-то щелочки и какие-то ящики. Всегда Егор что-то крушит, что-то переворачивает, что-то смотрит. Не оставляет никому ни шансов. Надо уже потише говорить. Блин, есть, да, легкое чувство, что меня могут найти. Сейчас как сомнительно выглядит, да? Переходим из класса в класс. Знание – ключ к успеху, это правда. А мне нужен ключ какой-нибудь двери, в которой спрятан кто-нибудь из участников. Я его не могу найти. Мы здесь развешиваем паутину, закроем проход, а залезем с другой стороны. То есть он не полезет туда? Он не задумается, что кто-то там есть из-за того, что паутина. А вот это странно, кстати, выглядит. Меня прям бьет за сердце. Вот это выглядит странно. А там есть какая-то дверь? Вот тут есть дверь? Вот тут. Залажу я отсюда. Крит как подберется, как он полезет? Алло. Вот это что? Там, короче, понял, проход. И под проходом? Там есть стена. Я просто не понимаю, как туда пролезть. Стас, что смотришь? Уходи. Уходи, меня здесь нет.
так хотел тебя найти, брат. Песню новую пишет. Он нашел кого-то. Обидно, конечно. Я люблю тебя, брат. Спасибо. Ладно, так, я пошел искать дальше. Желай мне удачи, бро. Желаю тебе удачи. Но не от всей души. Ему, мне кажется, не надо было паутину делать. Потому что это первое, на что я обратил внимание. Реально, паутину сдала. Брат, ты хотел меня спугнуть бутафорной паутиной? Не, это не пройдет. Он очень быстро находит. Блин, это плохой знак, бро. Я переживаю. Потому что прошло всего 15 минут, друзья. Просто большой жирный палец вверх тех, кто смотрит это в интернете. И просто поднимите палец вверх, кто смотрит это у телевизоров, кто застал такие компьютеры. Кто играл в такие компьютеры? Кто говорил, не говорите по телефону, у меня по интернету игра. И когда вот эти звуки все... Он в игротеке рядом. Ну ничего, Егор, в стране нужны айтишники. Оставайся в этом кабинете и не иди сюда. Так, информатика, информатика. Он нас или нет? Просто прошел мимо облака. Фу, бро, мне сердце в пятки ушло просто. Ну там сейчас Марат. Как ты думаешь, кстати, зрители болеют за то, чтобы я нашел всех? Или наоборот? Наверное, они сегодня болеют, чтобы я нашел тех, кто по 500 000 хочет получить. Меня напрягает вообще в целом эта локация, правда. Потому что здесь слишком много деталей. И реально очень много всего висит. Либо сейчас он меня найдет, либо никогда. Так, здесь вот какая-то... Тут что-то может быть внутри. Так, здесь вот какая-то... Тут что-то может быть внутри. Вот, смотри, видишь, закрыто? Только непонятно, как это открыть. Я не могу это ничем подцепить. Вообще штука хорошая, да, прям. Прям очень хорошая. Но! Сюда бы не могли залезть. Надо какой-то творческий беспорядок создать. Так, нужно что-то супер тяжелое. Все, даже мысли не возникнет у него, что ее можно открыть. Погоди-ка. Нет, там пусто. Если только вот здесь, в этой части. А, подожди. Тут есть... Вот так сверху можно открыть. Здравствуйте. Вы к кому? Я пришел просто 500... 500 тысяч забрать. 500 тысяч? А у меня нет, кстати. Брат. Я поздравляю, но знаешь чем? Первый раз я тебя нашел. Да, первый раз. Он нашел Марата. Он нашел его. Да. Жесть, бро. Капец, жалко, не выиграть 250 тысяч. 500 000 тоже. Вот так рискнул, да, разом.
Ну ты не должен был меня найти. Давай теперь снимем. О, а вот они, профуканные 500 000. 500 000 не заработал. Хорошо, да? Хорошо пошли! Хорошо пошли, хорошо пошли. Так, 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 так. Где мы не были? Где мы не были? Let's go. Так, на этом этаже было двое, правильно? Вот в этой зоне. Чисто логически никого здесь больше нет. Идем на поиски дальше. 2206 были, были. Меньше, чем за половину, ребята. Нашли половину участников. Посмотри. Давай поразмышляем. У Янгера было 30 минут на то, чтобы где-то найти себе локацию для прятки. Но, как мы посмотрели, Марат нашел крутую локацию. Но за 30 минут это сильно. У него было 30 минут. У меня есть 40. У нас есть 10 минут форы, чтобы его найти. Поэтому давай хотя бы найдем его. Подожди, его нет на этаже. Я думаю, нет. Давай так, кто громче крикнет СТС. Бро, мы справимся. Я начинаю. СТС. СТС! СТС! СТС. СТС. СТС! Ой, без мата, это на весь коридор было. Чувак, это было очень громко. Ну тогда на этом закончим. Давай. Давай, ты выиграл. Блин, куда мог спрятаться Янгер? И он такой, я хочу спрятаться за занавеской. Прикинь, Янгер вот здесь вот просто. А мы здесь смотрели как будто. Но очень незаметная дверь. Очень незаметная дверь. Нет, здесь... Янгер, ну как ты за полчаса так хорошо спрятался, друг мой? Так, ну остался Янгер, Даник и Кривенин. Видно Кривенин? Угу, просто бедняга. У нас есть новый участник Алексей, которого мы вообще не знаем. Не знаем про него, его мысли. Мы не знаем, как он мог спрятаться. Мы не понимаем вообще ничего про него. У меня нет идей, как он мог спрятаться. Просто пустая комната. Вот здесь что-то нет? Слишком сладкая лока. Пойдем побегаем по комнаткам тогда. Я с ума схожу. Я не знаю, как он меня найдет. Это нереально. Это невозможно. Нет зацепок. Нет зацепок. Осталось 20 минут. Но пока он нас не нашел, я даже не... Никакого внимания не обратил на эту комнату. Я надеюсь, он не додумается. Я уже расслабился, ты уже... Фавор. Фаворит. Конечно, конечно. Да не найдет он меня никогда в жизни. Я сам себе не выдам. Надо понять, где Янгер. 100% он не должен получить сегодня 500 000. И 100% нам нужно понять, где Даник. Потому что там что-то комфортное, что-то комфортное. У меня сейчас небольшие проблемы со здоровьем. Так бы я согласился, но мое место позволяет мне... Чувствовать себя прекрасно. Чувствовать себя, да, хорошо, так что я откажусь. Может, он где-то просто лежит? Короче, Даник уснул, начинает храпеть. Мне это не очень нравится. Потому что он может храпеть, когда Егор будет проходить. Сонная красавица. Я что, уснул? Ты не то, что уснул, ты храпеть стал. Ты же проснулся? Даник. Тише. Давай подумаем, как Янгер. Вот смотри, мы с тобой зашли, у нас есть 30 минут. Мы такие, блин, что делать? Как будто мы побежим на второй этаж. Я на второй этаж, ты куда? Так,
Так, я тоже. Знаешь, какую тактику сделаем? Давай попробуем очень тихо сейчас пройти второй этаж. Просто прислушаться. Что ты двигаешься опять? Да у меня губчик болит. Больше половины времени прошло, не двигайся. Ты сейчас поднимешь что-нибудь. Короче, если, Егор, если ты это смотришь дома на большом телевизоре канал СТС, то знай. У меня заболел копчик. Ну ничего, мы тебе сейчас на эти выигрышные деньги новые купим. Новый копчик? Да, забей. Он на втором этаже, бро, он на втором этаже. Реально? Я слышу, да. Ну давай, Егор, попробуй нас найти. Ты такой смелый, проснулся. Мне кажется, я слышал кого-то. Нас услышит. Короче, давай пока помолчим, наверное. У меня все сжалось внутри прям. Блин, вы такие До окончания игры в прятки в заброшенной школе осталось 20 минут. А три участника все еще не найдены. Знаешь, какую тактику сделаем? Давай попробуем очень тихо сейчас пройти второй этаж. Просто прислушаться. Но сейчас у Егора есть шанс найти сразу двоих, если он заметит, что один из подиумов в этой школе не настоящий. Слышал здесь, как будто на этом этаже. Он ушел. Тихо, тихо. Да, давай молчим. Давай пока молчим. У нас осталось трое, один из которых прятался быстро. Давай попробуем пойти путем разбора наших предыдущих выпусков и обратим внимание на те локации и на те прятки, на которых мы не смогли их найти и обнаружить. Обычно это были, что Дилара была в колонне, Мага был в вентиляционной шахте, Сквозь баб был под кирпичами. Может, мы постараемся сейчас обращать внимание на то, что, по сути, у нас находится внутри стен, сливается с краской внутри пространства вот этого всего. Поняли? Что, давай, кто сейчас крикнет громко? Не-не-не-не, давай молчи. Вот какие-то такие штуки, понял? Вот надо что-то такое искать. Что-то вот, какое-то пространство в стене, понимаешь? Но бетон их спалит, правильно? Стены их спалят. Может, что-то такое, типа ля обои. Или... Хорошо, а можно спрятаться вот за этой хренью какой-то? Непонятно. Можно? Но это мне на голову сейчас упадет просто вся конструкция. И там нет места, чтобы спрятаться вообще никакого. Давай посмотрим, что здесь, в этой комнате. Кабинет информатики, куча компов. Пара. Окна.
Вообще не за что зацепиться. Скажи мне просто одну вещь. Тебя вот эта хрень не смущает? Ну реально. Посмотри на цветы. Тебе не кажется, что это нарисованная история? Ладно, пойдем подниму все проверять. Я подумал, что он уже открывает нас. Я тоже. Это трушный подниму. Мне все равно кажется, что тот подниму что-то с ним не то. Отвечаю, а тот прям очень странный. Это тоже трушный. Ты видишь то, что он цвет в цвет? И то, что он весь потертый, затертый годами, просто убитый. Где-то еще есть подиум? Смотри вот на этот подиум. Он тоже цвет в цвет. Пойдем проверять тот еще раз. Я думаю, что я спалил все одно человечка. Теперь давай обрати внимание еще раз на этот подиум. Он, во-первых, выше, чем все остальные. Во-вторых, посмотри здесь, он не убитый, он новый, он только сделанный, как будто. Ну тут тоже что-то есть. У нас остались Янгер, Алексей и Даник. Я сам на то, что здесь Даник. Точно не Янгер. Хотя я не понимаю, насколько мне здесь комфортно. Чувак, ну почему? Ну это круто. Это нереально круто, брат. Понравилось? Но это было хорошо, чувак. Вот это было хорошо, чувак. Ты меня поразил. Кого ты нашел? Нашел четверых. Оставилось двое. Кто? Янгер и Алексей. Янгер, который 500 тысяч может сейчас урвать. У меня прям очень мало времени осталось, я побежал, да. Давай, удачи. Даник, жду тебя еще, да. Мне очень понравилось. Блин, отстой. Давай подумаем, чё? Где Янгер, 30 минут, братан? Он за 30 минут прятался, но мне точно нужен еще плюс один. Я себе не прощу. Было очень страшно. Я думал, он нас вообще не найдет. Да ну, да ну, да ну! Даник! И один, царь пришел. Ребят, ну я думаю, что здесь... кое-кто победил. Вот так встаю и специально закрываю полностью. Да. Я еще курткой его своей вот так закрыл. Я его специально отвлекаю, типа разговариваю с ним, разговариваю. Он такой, ладно, бро, все, мне надо Янгера, типа. А удобно было там лежать? Офигенно, я уснул. Реально? Да, я в моменте уснул. 10 минут. Погнали. Так. Господи, давайте быстрее. Силушка, приди ко мне. Скажи мне, где этот маленький мальчик, который хочет урвать полляма? Или где Алексей, про которого мы вообще... Где Алексей? Просто где он? Пойдем вниз туда. Хочу найти пятерых. Нет. Мне нужен мой новый личный рекорд. Прикинь, вот здесь был кто-то. Ладно, нет. А тут мы были? Вот здесь кто-то есть, брат. Точно прям чувствую. Честно, кажется, что... Просто вот в этой комнате есть кто-то еще, просто кроме нас. И это очень сладкая комната, она очень большая. Кто-то должен быть. 5 минут осталось. Что, ты думаешь, два победителя сегодня у нас? Кривение и...
Ну, может, Леху найдут. Я просто не понимаю, как там кривенец. Да невозможно, Леха. Ты видела место? Не, ну если он найдет, он гений. Да. И никого. Где же? Ну и может все-таки здесь, а? Нет, Егор, ты снова. Единственное, в чем ты прав, за этой комнатой кто-то есть. Не, походу я не побью сегодня свой рекорд. 2-1 Бум. Выходи, ты выиграл. Здорово, ребята! Ну да. Ну да, конечно. Ребята, вы по мне ходили. Ну да, конечно. Это пипец, Егор. Давай, брат. Я так не получится, я же закопанный сильно. А с двух рук, если мы тебя вытащим? Сейчас, подожди. Ты псих, чел. Ну, как бы нормально, что ты вообще себя закопал? Ну, не знаю. Я думаю, новый участник к нам пришел. Ну, где-то за стеночкой. Где-то за стеночкой спрятался. Человек просто себя закопал. Короче, это невероятно. Давай, попробуй. Давай. Не-не-не-не-не. У меня ноги намертво там. Сейчас вылетишь. Мы же как-то закопались. Что, никак не раскопаемся. Короче. Я даже не хочу, я просто хочу на это посмотреть. Как ты это сам делал? Это офигеть. Я честно хочу тебе сказать, что вот ты должен был сегодня 500 тысяч получать. Янгер, дай звук. Это Егор Крид. Он наверху. Мне даже интересно, где он. Янгер! Кто-то выиграл 500 000! О, слышу, слышу, слышу. Я надеюсь, ты идешь с деньгами. Где ты? Янгер. Егор! Что? Ты где? А ты дашь 500 000? Серьезно? Ну так не работает. Почему? Ну так не должно работать. Ну не должно, но работает. Ну так нет, не может быть. Ну, смотри, все ну, четко по правилам. Ну а я не должен же был там искать. Почему? Как? С чего вдруг? Смотри, если ты открываешь отсюда, меня видно. Свет был. То есть я вот тут моя голова лежала. Там немного места. Ну, какая-то странная тема сейчас. Ну. А ты всех нашел? Нет. Кого еще не нашел? Леша. Ну, бро, видишь, тебе на Леш не везет. Ладно, иди. Спасибо. Опять мы с тобой рекорды не сделали. Ну, как есть, так есть. Опа! Его бомбит. Он чуть ли не плакать сел. Реально? Я ему все объясняю, что это честно. Он такой, ну да, и он просто паник, вот так вот сел в угол и вот сидит. Я не первый раз участвую в этом шоу, и круто спрятаться от ведущего для меня становится все сложнее и сложнее. Сегодня мне пришлось много и напряженно думать, и главное быстро соображать, чтобы справиться с этой задачей. А вам со сложными задачами поможет справиться Милдронат. Милдронат улучшает концентрацию внимания и память, увеличивает стрессоустойчивость, что приводит к повышению умственной работоспособности. Милдронат, ты в силах это сделать. Ну что, друзья, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Это было круто. Я сегодня готов загадывать желания, потому что два Лёши у нас сегодня победили. Своровали, получается, у меня сколько? 750 тысяч рублей. Янгер, я тебе в прошлый раз говорил, что-то у тебя с локацией как-то не очень. Я в тебя верил и расстроился в прошлый раз. И сегодня ты меня сегодня обхитрил. Но самое главное, за что я тебе хочу сказать респект, ты рискнул. И риск оправдался. Да, но локацию строил я. Ну и, конечно же, я не могу не отметить нашего второго Алексея, нашего новичка. Легенда. Сегодня он просто, он закопал себя заживо. И все это ради 250 тысяч рублей и победы. Пришел, увидел, победил. Красавчик. Спасибо.
Ребята, спасибо вам большое за сегодняшний выпуск. Было круто. Это были «Прятки на СТС». Увидимся в следующем выпуске. В следующем выпуске. Возвращение старых героев. В прошлый раз Егор сказал, что я не сильно заморочилась. Поэтому на этот раз я капец как заморочилась. Первый раз я Егора обыграл, поэтому я знаю все его вот эти слабости. Мы спускаемся в подвал. И появление новых. Ребята, let's go. Надеюсь, Егор вообще никого не найдет. Я хочу с ним поиграть. Егор, приходи ко мне. А также уникальная локация. Усадьба начала 19 века, а ныне действующая библиотека имени Пушкина в самом центре Москвы.